Ликвидация последствий зимних холодов на дорогах. Для борьбы с гололедом зимой было использовано более 30 тонн посыпочных материалов. И теперь их остатки необходимо убрать с улиц. Однако темпы выполнения работ не устраивают городского голову. Во время аппаратного совещания в Запорожском горсовете Владимир Буряк потребовал в течение месяца привести в порядок улицы и дворы города. Прошла неделя, и мы видим сегодня город, который очень грязный. Ну, я вот так скажу, попросту это такой срач в городе я еще не видел. За зиму, будем так говорить, за те недостатки, которые были в зимних условиях, глава администрации сегодня имеет уже подогнание. Я поставил задачу, и смотреть не буду. Свои, там, как предполагают, чужие, там, как и для меня все одинаковые. Поэтому не будет выполнена задача, значит, будет вторая догана. А дальше будем рассматривать вопрос о нахождении на том или ином рабочем месте. За месяц работники коммунальных предприятий должны навести порядок на улицах города, в зеленых зонах, внутриквартальных дорогах и придомовых территориях. Владимир Буряк отметил, что предприниматели тоже должны навести порядок на закрепленных за ними территориях. Городской голова обратился к запорожцам с просьбой уважительно относиться к работе коммунальных предприятий и содержать улицы и дворы в чистоте. Хотел бы обратиться тоже к жителям города Запорожья. Ведь большинство где-то мусора, мы сами его набрасываем. Вот сейчас посмотрите, снег сошел, вокруг любого дома пакетики, конфетики. Все это же выбрасывается. Мы не задумываемся над этим. Мы думаем, что кто-то придет и уберет. Поэтому то, что коммунальщики, я считаю, выполнят свою задачу, у меня по-другому не будет. Ну и хотел бы обратиться к жителям города, сказать о том, что просил бы их как бы хотя бы не набрасывать.